В минувшие выходные участники дорожной инспекции ОНФ вместе с представителями администрации Ульяновска провели рейд по дорогам города. Основными точками стали места, отмеченные на карте убитых дорог самими жителями. Оказалось, что ремонт дорог производится с рядом нарушений. Те дороги, на которых мы вывели проблемы, это гарантийные дороги, которые были построены отремонтированы в 2013-2014 годах, на них были существенные проблемы. Мы сегодня задали вопрос, получили такой ответ, что подрядные организации являются банкротами, то есть, соответственно, с них сейчас не спросить. Добиться каких-либо результатов по гарантийным дорогам можно только через суд, либо изымать деньги из бюджета. Удивить инспекцию ОНФ качеством ульяновских дорог не удалось, но вот заявление главы администрации Алексея Гаева о том, что ямочный ремонт в городе уже давно не проводят, поразило экспертов. Они заверили, что Ульяновск – первый город в стране, где они видят подобный опыт. Однако это является положительной стороной, ведь ямочный ремонт – лишь временная мера для снижения аварийности. Все-таки ремонт картами, он позволяет проводить ремонт более качественно, ведь заплатки держатся дольше. Но печально то, что на эти заплатки не дается гарантия. Таким образом, если эта карта развалится на следующий день, ну что, ответственности, получается, никто не несет. Вот, хотя во многих других городах гарантия, в том числе и на ямочный ремонт, она есть. Инспекция побывала на многих улицах города, в том числе на улице Льва Толстого, Герасимова, Полбина и Карла Маркса. На последней улице прямо перед приездом экспертов неожиданно просело дорожное полотно. Однако никаких предупреждающих знаков об этом на участке, кроме старого стула, который спешно попытались вытащить из ямы, не наблюдалось. Глава администрации поспешил заверить, что проблема просто свежая. Дело в том, что я проезжал по этой улице буквально Здесь раскоп связан с подключением. По словам министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Дмитрия Вавилина, в этом году планируется отремонтировать почти 300 километров областных дорог, а в городе цель – 35 улиц. При этом отмечено, что нуждаются в хорошем ремонте 60 улиц города. Этот объем планируется реализовать за ближайшие 5 лет. Я думаю, что позитивные изменения вы можете увидеть уже в этом году, приехав в августе месяце. По сравнению с прошлым годом, они уже есть. Поэтому нельзя так говорить, что счастье наступит только через 5 лет. Не, мы так оно, и не говорим. Мы уже наступает, но постепенно. Мы сравниваем с 2015 годом, мы видим, что есть изменения, да? Поэтому дороги новые появились. Мы тоже их действительно видим и над этим постоянно работаем. Что же касается Приволжского федерального округа, в целом дорожная инспекция отметила, что дороги в Ульяновске лучше самарских, но хуже тольяттинских. Эксперты заверили, что их активисты обязательно будут следить за ходом ремонтных работ. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.